Боевой участок номер один возглавлять будет капитан Шалдарбеков. Боевой участок номер два подполковник. Огонь разгорелся в одном из павильонов торгового центра. Пламя охватывает все большую площадь, и все силы сотрудников ПЧС и персонала брошены на эвакуацию пострадавших. Такие первые водные пожарных учений в гипермаркете «Метро». Все участники пожарно-тактической тренировки постарались выложиться максимально приближенно к реальным условиям. Драматизма учениям прибавило и театральное мастерство молодого персонала гипермаркета. В тушении условного огня были задействованы 9 единиц техники и 70 сотрудников противопожарной службы. Помощь оказывали спасатели оперативного отряда, врачи Центра медицины катастроф и сотрудники Каратаусского РУВД. Гипермаркет «Метро» занимает площадь в несколько тысяч квадратных метров, и в случае реального ЧП именно столько человек будет задействовано в ликвидации. Как говорят сотрудники торгового центра, несмотря на уже ранее проведенные учения, эта тренировка не будет лишней. У нас это уже не первый раз, как бы идет практика проведения данного мероприятия. И всех сотрудников, всех людей, персонала, клиентов мы могли быстро среагировать на данную ситуацию и могли быстро эвакуировать, что самое главное для нас. Данные мероприятия дают нам больше опыта, чтобы мы могли адаптироваться именно в таких ситуациях, чтобы наш персонал мог грамотно, без паники эвакуировать всех наших клиентов. Себя в том числе. В ходе тренировки персонал гипермаркета отработал методы оказания первой медицинской помощи пострадавшим и правила работы с первичными средствами тушения огня. А заодно и вспомнил расположение эвакуационных выходов. Действия сотрудников оценили профессиональные спасатели. В данное время составлены полностью акты, проверены весь системы пожаротушения и средства первичного пожаротушения, а также знания персонала по правилам пожарной безопасности на должном уровне. Это первое учение в этом году в череде проверок противопожарного состояния мест с массовым пребыванием людей. Такие же пожарно-тактические тренировки пройдут и в других торговых центрах. Данияр Худайбергенов, Ильдар Жанусканов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрар».